Приветствую вас на канале СССР Gun.ru. У нас на обзоре страйкбольный пистолет Galaxy G20 Browning HP. В комплекте поставки нас ждет сам пистолет и упаковка шариков калибром 6 мм. Модель является внешней репликой бельгийского пистолета Browning, который производится с 1926 года и по настоящее время. Модель получила широчайшее распространение по всему миру. Galaxy G20 изготовлен из металла и пластика. Его вес составляет 637 грамм, а длина 190 мм, что приближает его к оригиналу. Стреляет он пластиковыми шариками калибром 6 мм. Магазин вмещает до 14 таких шариков. Мощность пружины составляет 0,5 джоулей. Даже такой небольшой мощности хватает, чтобы разогнать пульку до скорости в 77 метров в секунду. Также вы можете вести прицельную стрельбу на расстоянии до 20 метров. Благо у пистолета есть мушка и целик. Во время игры в страйкбол не забудьте о защитном снаряжении, так как попадание такой пульки, например, в глаза может привести к травмам. Стрельба ведется одиночными выстрелами. Перед каждым выстрелом необходимо заново взводить пружину посредством сдвигания затвора назад. При таком принципе действия, конечно же, страдает скорострельность. Однако, этот механизм очень прост и надежен. К тому же ему, например, не требуются газовые баллончики. Поэтому данный пистолет поможет вам еще и сэкономить со временем. При этом он и сам по себе стоит весьма недорого. Качество сборки у пистолета находится на хорошем уровне. Он отлично подойдет для отдыха на природе с друзьями. Приобрести его можно на нашем сайте, ссылка в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был СССР Gun.ru. До новых встреч!